Митинг по случаю 23 февраля около памятника в честь 33-й гвардейской свирской краснознаменной ордена Суворова, Кутузова, Невского ракетной дивизии стратегического назначения можно считать историческим. Он первый. В торжественной обстановке 17 декабря 2016 года символ героизма трудового боевого военного братства был официально открыт. Сегодня возле памятного комплекса собрались ветераны ракетной дивизии, представители комиссариата, общественность Мозыря, конечно же, патриотические речи и напутствие молодому поколению, ученикам 15-й школы. И пока каждый из нас будет считать себя белорусом, пока каждый из нас будет верить в независимость нашей страны, наша Беларусь будет независимой, суверенной и всегда будет добиваться поставленных перед собой целей. Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Служить в армии — это очень почетно, очень дорого. И потом, когда вы уже станете ветеранами, будете вспоминать эти годы службы в армии с большим уважением и большой честью. Спасибо всем. Праздником! Помнить о славном прошлом своих дедов, не бояться трудностей и тягот армейской жизни. Такие заветы ракетчики передавали подрастающему поколению. Ответ молодежи – патриотически обнадеживающе. И мой дедушка служили в 33-й гвардейской дивизии РОСН. И я с уверенностью могу утверждать, что ракетные войска – это щит нашей страны. И с уверенностью могу поздравить всех воинов-ракетчиков. После к памятнику были возложены цветы, а учащиеся 15-й школы пригласили всех на концертную программу. Светлана Грудькович, Слав Приписнов, телеканал «Мозырь».